Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ приглашают вас насладиться поединком третьего тура первого дивизиона, затем сразу же насладиться еще одним матчем, но уже из разряда высшего дивизиона. Сейчас вашему вниманию представляются команды «Северный альянс» и «Кристалл». Третий тур чемпионата только набирает свои обороты, но тем не менее уже успели мы познакомиться с новыми командами, успели узнать, какие перестановки случились в старых знакомых коллективах. И на самом деле вот после этого самого дебюта, который 2 недели назад на самом деле уже состоялся, можно делать и первые выводы относительно формы коллективов, относительно того, за какие же именно позиции будут команды бороться. Но мы на самом деле уже успели привыкнуть, что первый дивизион по своей сути является настолько непредсказуемым турниром, что даже после столь неудачных стартов, как, например, у Северного Альянса случился в нынешнем сезоне, всего одно очко после 2 проведенных встреч, в любом случае команду Александра Соловьева ни в коем варианте нельзя списывать со счетов в борьбе за самые верхние места. Ну а Кристалл стартовал так здорово, что сходу занял верхние позиции в турнирной таблице и сразу же заявил о том, что команда собирается сражаться за медали, за возможность вернуться в высшую лигу. Напомню, что еще год назад команда Максима Горбачева выступала с такими именитыми клубами Северной лиги, как Дефес, Терминатор, брала очки в играх против водного стадиона Невы и Беды. И, естественно, сами футболисты рвутся вернуться в элиту. Но для этого нужно пройти очистку первым дивизионом. Нужно показать и доказать всем, что они достойны права участия в вышке, и нужно доказывать это исключительно на поле. Что ж, главный арбитр встречи Александр Вдовин уже около 100 секунд назад дал свисток, возвещающий о начале данного поединка, поэтому больше времени тратить зря не будем и быстренько познакомимся со стартовыми составами играющих сегодня команд. По традиции начну я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Кристалла» в голубой форме выступает подопечные Максима Горбачева. В воротах в кофте без номера играет Иван Синица, номинально полевой футболист. Но мы уже успели попривыкнуть даже по прошлому сезону, что Иван может сыграть в воротах, когда Евгений Щуренко на игре не присутствует. И играет он достаточно неплохо. Есть у меня даже такие мысли, что на самом деле он является непосредственно вратарем, но имея также опыт выступления в поле при живом голкипере, естественно, всегда выбирают побегать, а не остаться на скамейке запасных. В 2 центральных защитника действуют футболисты «Кристалла». Сегодня это Алексей Антоненков, 16 номер, и Иван Чешев, 4. Чуть повыше над ними расположились Олег Орлов, 81, и Ашот Каграманян, 8. По ситуации, естественно, они будут меняться местами. Кто-то будет чуть больше ходить вперед, кто-то будет чуть глубже опускаться назад. Причем, опять-таки, даже зная манеру игры «Кристалла», я, если честно, не возьмусь судить, кто же больше будет отвечать за созидание, кто за разрушение, потому что эти два футболиста настолько хорошо друг друга взаимозаменяют, что на самом деле даже для тренерского штаба, мне кажется, иной раз нелегко распорядить эти обязанности между этими двумя футболистами. Александр Лободин, номер 70, будет бегать у нас по левой бровке, согласно моей расстановки, но я уже вижу, что на самом деле Лободин расположился на правом фланге, ближе к нам. А вот Даниил Каюмов напротив, под 11 номером действует этот футболист, будет действовать слева. Ну и на острие атаки Леонид Соколов, лучший голеадор команды в прошлом сезоне. 14 мячей на его счету в вышке в прошлом году. Уже успел дважды отличиться он и в этом чемпионате, так же, как и Александр Чешев. Является он на данную секунду лучшим бомбардиром
Кристалла. Ну и отметим, что Кристалл, неплохо начав сезон, уже 8 раз огорчил голкиперов соперника. 8 забитых, 3 пропущенных, 6 набранных баллов из 6 возможных. Ровно такая статистическая выкладка есть у нас сейчас по поводу Кристалла. Северный Альянс сегодня представил свою новую форму фиолетового цвета. И в связи с этим у нас перед матчем были некоторые волнения, назовем это так. Команда Александра Соловьева уже порядка года точно, а возможно даже чуть больше, выступала в красных цветах. Но вот сегодня, именно вот в день игры, в день даже трансляции, новый комплект экипировки команде был доставлен, и красную форму они банально просто с собой не взяли. Но так как достаточно еще светлое у нас время суток, арбитр разрешил футболистам выступать без манишек и выйти на поле вот в таких несколько схожих цветах. Ворота Северного Альянса защищает сегодня Алексей Богачев в своем таком кислотно-желто-зеленом вратарском свитере. Григорий Корякин, 17-й в центре обороны. По краям Павел Халецкий, 10-й. И Александр Комлев, 44-й. Комлев будет действовать слева, насколько я вижу, а Халецкий справа. Артур Валиахметов, номер 15-й, на позиции опорного полузащитника расположился. Будут помогать ему в центральной зоне Илья Дорошенко, 77-й, и капитан команды Александр Соловьев, 14-й. Ну и на острие атаки Максим Нестеров, номер 16. О заменах, наверное, будем говорить по мере их происхождение. Все-таки ЛФЛ и тем более первый дивизион известен тем, что тренеры могут и часто это делают, используют полностью свои ростеры приехавших футболистов на игру. Отметим лишь только тот факт, что у Кристалла 4 футболиста сейчас располагаются на скамейке запасных, а у Северного Альянса таких игроков оказалось 6. То есть, по сути, мы можем отметить тот факт, что команды, если вдруг игра будет складываться по неустраивающему их сценарию, могут варьировать собственную игру и могут вносить коррективы в эту самую игру. Ваш комментатор на сегодняшнюю встречу Никита Лаврентьев, главный арбитр встречи, я вам уже представил, назову и его ассистента. На бровке помогать Александру Вдовину будет Владимир Данильянс. И теперь, когда все предматчевые ритуалы уже проведены, на самом деле футболисты уже 6,5 минут проводят время на поле. И здесь первый по-настоящему опасный момент возникает. Илья Дорошенко после углового вырвался на оперативный простор, но пробил прямо в Ивана Синицу. И ответ Кристалла тем временем также уже случился, но чем-то опасным он в итоге не запомнился. Орлов с мячом. Атака из разряда контрнаступления переходит в позиционную. Лободин бьет с очень дальней дистанции. И неудивительно, что в створ не попадает и никаких проблем Алексею Богачеву не доставляет. Отметим также, что на самом деле оба коллектива в той или иной степени являются дебютантами первого дивизиона. Кто-то со знаком плюс, кто-то со знаком минус. Команда Северный Альянс, которая в прошлом году именовалась иначе, назывался коллектив Лаймбером. Выступал он год назад в дивизионе 2А, занял вторую позицию по итогам первенства и запомнился тем, что сумел в первом круге обыграть APC, который в конечном счете стал чемпионом. И на самом деле борьба именно между этими двумя коллективами по ходу первенства развивалась за золотые медали. Вот Северный Альянс после достаточно уверенного и легко пройденного прошлого турнира пока свою игру, к сожалению, для поклонников данного клуба найти не может. Сказал я уже, что лишь одно очко в двух матчах набрали подопечные Александра Соловьева. И как раз-таки это небольшой повод осветить результаты прошедших игр. В первом туре Северный Альянс встречался с Химкинской Дружбой и разошлись командой миром со счетом 1-1. Ну а неделю назад Северный Альянс столкнулся с неожиданными
трудностями в игре против Дубровника. Матч закончился со счетом 0-3, но если не видеть происходящего на поле, то может сложиться обманное впечатление полного превосходства Дубровника. На самом деле было все иначе. Северный Альянс атаковал из 60 минут, ну не соврать, 58. Но Дубровник грамотно защищался. Сергей Зеленецкий, более того, отбил еще и 10-метровый, который не совсем удачно исполнил Александр Соловьев. И в итоге трижды поймал Северный Альянс на контратаках. В конце встречи мог забить даже и четвертый, и пятый мяч, но ограничился лишь тремя голами. И в итоге Северный Альянс остался с баранкой. Ну а единственный гол в нынешнем сезоне на счету Виктора Вапельникова, который сейчас располагается на скамейке запасных. Известен этот футболист также своими выступлениями в первом дивизионе. Два года назад выступал он за команду «Русич», которая сейчас в третьей лиге выступает. И тогда он был, насколько мне не изменяет моя память, больше игроком атакующей группы. Но вот в команде Александра Соловьева, как я сегодня узнал, 20-й номер фиолетовых будет действовать скорее ближе к защитным построениям. И, к слову, именно привоз, уж простите меня, такой же организм Вапельникова и привел к одному из трех голов Дубровника в прошлом туре. Что касается «Кристалла», то достаточно легко сложился для них поединок первого тура в первом дивизионе. Напомню, что команда Максима Горбачева вылетела из высшего дивизиона не напрямую. Она оказалась в числе команд, которым предстояло сразиться в стыковом турнире. И там случилась настоящая драма. Все решалось в последнем туре этого самого краткосрочного турнира. И «Кристалл» играл со «Штурмом», долгое время вел в счете. Причем «Кристалл» еще и устраивала ничья. Но последнюю четверть игры подопечные Максима Горбачева провалили и в итоге отправились в первый дивизион, уступив со счетом 2-1. В первом туре «Кристалл» обыграл «Пакаван» с разгромным показателем 5-1. Затем был поединок с «Протоном», также выигранный со счетом, правда, уже минимальным перевесом 3-2. И вот сейчас третья игра в нынешнем сезоне. Учитывая, что «Дубровник» сегодня уже свою встречу провел и сыграл со «Строгино» 3-3, а «Фортуна» и «Гепардс» — два еще коллектива, которые также к моменту начала третьего игрового уикенда в своем активе имеют 6 набранных баллов. «Кристалл» в случае собственного успеха в сегодняшнем поединке имеет возможность взобраться на вершину турнирной таблицы. Ну а даже при самом неблагоприятном исходе, но при победе, «Кристалл» как минимум останется вторым. Северный Альянс, конечно, пока о турнирных раскладах думает меньше. Все-таки, опять-таки, одно набранное очко, и всерьез рассуждать о каких-то местах в верхушке, наверное, не совсем правильно, но зная амбициозность тренерского штаба, зная нацеленность на борьбу, а также, как бы это сказать поточнее, не всегда тренерский штаб Северного Альянса воспринимает критику со стороны конкурентов как некий стимулирующий фактор. Я имею в виду тот смысл, закладываю в это высказывание, что возможно в какой-то степени Северный Альянс психологически не до конца подготовился к первому дивизиону. Да, я понимаю, что нет главного форварда команды сейчас в Москве. Алексеев, к слову, восстановился уже от травмы и на самом деле готов уже вступить в игру и проводить время на поле, но банально просто отсутствует в нашей столице. Напомню, что Алексеев в прошлом году, проведя где-то всего 2/3 сезона, отметился 61 забитым мячом, при этом еще 23 раза ассистировал партнерам. Понятное дело, что роль Алексеева велика в команде, но вот пока с забитыми мячами без Алексеева приходится Северному Альянсу туго. Ну так вот, продолжая свою мысль, возможно, когда на форуме появляются в том или ином смысле какие-то критические замечания в адрес Северного Альянса, тренерскому штабу команды на них попросту не нужно реагировать, а просто
просто принять для себя и сделать, возможно, какие-то выводы. Потому что на самом деле, несмотря на тотальное преимущество в прошлой игре, давайте до конца за этим моментом досмотрим, потому что потрясающую возможность в этой ситуации получил Алексей Шатнев, который успел, к слову, даже к 14 минуте и появиться на поле. А я вам тут все рассказываю о каких-то там предматчевых раскладах, о прошлых поединках. Но на самом деле игра позволяла, не сказать, что она совсем уж скучная или без моментов проходит, но все-таки каких-то наиважнейших событий на нем не происходит. Ну вот достал сейчас Алексею Богачеву в борьбе до конца. Пошел футболист «Кристалла», по-моему, это Алексей Антоненков, на розыгрыш стандарта в чужую штрафную отправился, но с Богачевым все в порядке, готов он продолжить игру. И, естественно, Северный Альянс сейчас пробьет штрафной удар, но сделает он это после того, как еще серия замен произойдет у «Кристалла». На поле под девятым номером появился Владислав Поляков, он позицию в центре займет, а также Александр Чешев под седьмым номером отправился на острие вместо Леонида Соколова, насколько я понимаю. Поляков Шота Каграманяна заменил, потому что восьмерки сейчас также на газоне не вижу. Так или иначе, «Кристалл» уже вовсю ротирует состав, вовсю ищет ключики к воротам Алексея Богачева. Ну а Северный Альянс, к слову, также в одной из последних пауз возможностью перестановок воспользовался. Вот как раз-таки сейчас с мячом был 20-й номер Виктора Вапильников, про которого я так много в начале поединка рассказывал. И действительно, заметьте, он вышел именно вперед в атакующую линию, а не остался где-то ближе к собственной штрафной. Также на поле появился Ильнур Кагарманов. Под 87-м номером этот футболист выступает. И про него, наверное, нужно чуть больше слов сказать. Все дело в том, что еще в прошлом году Кагарманов являлся футболистом водного стадиона. И даже достаточно часто появлялся на поле, если мне моя память не изменяет. Но мы все прекрасно знаем, что водный стадион больше не выступает в том сочетании, в котором мы его привыкли видеть. Команда братьев Булановов заявилась в ветеранскую лигу. Ну а те футболисты, которые еще могут и хотят продолжать выступать на привычном нам уровне и формате ЛФЛ, они новые дома приобрели. И вот как раз-таки Кагарманов отправился в первый дивизион. К слову, многие звезды водного стадиона, не побоюсь этого слова, и вовсе отправились во вторую лигу, в частности, в смену. Также необходимо проанонсировать, что на поле под 18-м номером у Северного Альянса появился Игорь Муравьев. И на этом, по-моему, все. Хотя, ввиду того, что достаточно много замен, что-то я боюсь и упустил. Тем не менее, все самое важное у нас происходит на поле. И действующие лица, безусловно, в любом случае в объективы нашего внимания попадут. Вот как раз-таки сейчас Илья Дорошенко покинул пределы поля, и Руслан Измайлов на нем появился. Действительно, перестановок сегодня будет очень много. В Москве летняя по-настоящему погода. Достаточно жарко было днем. Сейчас, когда солнышко начинает потихоньку уходить, погода стала по-настоящему футбольной. И дабы поддерживать высокий темп футбола, тренерские штабы, безусловно, будут стараться постоянно менять составы, постоянно делать перестановки, дабы футболисты, которые чуть-чуть даже уже подустали, получили свою порцию отдыха. «Кристалл» на первых минутах, наверное, чуть больше владеет инициативой. Позади уже 18 60-секундных отрезков. И на самом деле большую часть времени мы с вами наблюдаем за происходящим на правой половине поля по телевизионной картинке. Но в это же самое время помним мы и хороший, даже я бы сказал, отменный момент Ильи Дорошенко. Но полузащитник в ситуации с угловым тогда пробил откровенно плохо, прямо по центру. И не было никаких проблем
у Ивана Синицы, чтобы этот мяч зафиксировать. Еще одна замена. Отправляется отдыхать у Кристалла Денис Теренин, футболист, который также матч начинал со скамейки запасных. Вот свой отрезок он уже провел. Вернулся на поле Даниил Каюмов. Ну а у Северного Альянса на скамейку присел Александр Комлев. Это один из защитников. Появился у нас на поле, насколько я понимаю, футболист, который в старте начинал. А нет, ошибся. Это Асхат Курбанов, по-моему, единственный игрок Северного Альянса, который сегодня пока еще на поле до этого момента не выходил. Чисто сыграно в отборе. Здорово, Владислав Поляков отборолся на подступах собственной штрафной, но мяч остается у Северного Альянса. Измайлов, здорово разыграли с Муравьевым комбинацию на третьего. Ну, а это, к сожалению, без продвижения вперед и только назад. Затем Григорий Корякин направо мяч адресовал. А там уже Кристалл здорово в прессинг сыграл. И если бы передача Олега Орлова оказалась бы чуть более искусной, чуть более точной, мог бы по-настоящему стопроцентный момент возникнуть. Измайлов играет с Муравьевым. Снова передача направо. Муравьев. Снова Измайлов. И ошибка. Совершенно невынужденная ошибка. И реакция партнеров оказалась соответствующей. Старается Кристалл максимально высоко встречать своего оппонента. Даниил Каюмов сейчас в одиночку запрессинговал одного из защитников Альянса и вратаря. И ничего не оставалось Мгачеву, кроме как выбивать мяч в аут. Подача. Здесь в одно касание в таком красивом полупрыжке пытался пробить Александр Чешев. Но его выстрел заблокировали. Будет еще один стандарт, еще один корнер и вновь от левой бровки. А тем временем у нас последняя 10-минутка первого тайма началась. Шатнев. Также футболист, который концовку прошлого сезона провел в другом коллективе, но перед началом этого сезона вернулся в свою, можно даже уже сказать, родную команду. Кроме того, необходимо, наверное, все-таки отметить, что достаточно обширные изменения произошли в ростерах у одного и у другого коллектива. Межсезонье вообще достаточно такая вкусная пора для любителей статистик. Все дело в том, что именно в этот период регламентом разрешено делать неограниченное количество до заявок. Если по ходу чемпионата для команд высшего дивизиона всего трех футболистов в месяц новых можно подписывать, то вот в межсезонье ты можешь хоть полностью свой ростер поменять, и никто тебе дурного слова не скажет. Вот так вот у Северного Альянса, который в своей клубной структуре имеет еще и дубль, за вот это вот межсезонье произошло изменение в 30 записей всех футболистов. Естественно, мало того, что я и не знаю, так еще и многие из них, по большому счету, для основной команды какого-то максимального значения не имели. Но вот в любом случае нужно отметить, что команду в межсезонье покинули такие игроки, как Андрей Богданович, который отправился в высший дивизион и помогать там Тембанку укрепляться в качестве коллектива в вышке. Также голкипер ушел один, по-моему, из Северного Альянса. Сейчас сходу так не вспомню его фамилию. Знаете, у СА такая тоже богатая голкиперская история, как у Терминатора. По-моему, сейчас только в заявке у Фиолетовых 4 вратаря. В начале сезона Никита Сапрыкин ворота Северного Альянса занимал, который, к слову, также в нынешнее межсезонье в команду Александра Соловьева перебрался. Но вот сегодня свой шанс получил Алексей Богачев, который еще совсем недавно защищал ворота Эдиты. Также из команды
ушел Анатолий Новоземцев, форвард, который на Северной лиге известен по своим выступлениям за ЦДК. Отправился он на северо-восток, будет помогать там Джокеру. Также из команды ушел и другой футболист, достаточно важный для команды, Рубцов. Он теперь в третьей лиге свои лучшие качества демонстрирует в Энтенформе. Ну а при приходе Ильнура Кагарманова, например, и Никиты Сапрыкина, я уже пару слов сказал. Что касается Кристалла, то здесь перестановок было не так много, но все равно достаточно. Ну а для команд первого дивизиона, потому как Кристалл также имеет в своей структуре дубль, на самом деле пополнение было только в лице Шатнева, который, как я уже сказал, вернулся по сути в свою команду, ну и Дениса Теренина, который не захотел вместе с Ветом выступать во втором дивизионе, потому что команда это в прошлом году вылетела из первой лиги. Ну а вот потерь на самом деле было в разы больше. Все мы прекрасно помним, что в прошлом году Кристалл несколько иначе наименовался. Кристалл Gold Shark, спонсорская поддержка. И все те футболисты, которые именно благодаря спонсору по сути в команде появились, естественно, они после вылета из вышки в новый коллектив Gold Shark перебрались. Например, это Владимир Ломакин и Артем Митькин. Ну а здесь у нас первая желтая карточка в сегодняшнем поединке будет. Получает ее Сергей Паштолян на 25-й минуте. И изрядно, конечно, в данном эпизоде досталось Александру Чешуа. Ну а стандарт это в любом поединке отличный шанс для того, чтобы попытаться распечатать ворота соперника. Тем более, когда с игры не очень-то многое и получается. Опять-таки, несмотря на достаточно внушительное преимущество с точки зрения игрового. Хотя, наверное, сами футболисты Северного Альянса с этим будут не согласны. Ну и отмечу я в то же самое время, что игра скорее равная, нежели с таким вот большим преимуществом Кристалла. Разыгрывают номинальные гости, и даже, если честно, не с самого начала я понял, что и произошло, потому как удар совершенно не получился у футболиста, забившего гол. И налицо, что называется, ошибка голкипера. Ну а автором этого гола стал Иван Чешев, защитник, который пришел к чужой штрафной на розыгрыш этого стандарта. Да, опять-таки повторюсь, удар совершенно не получился у одного из защитников Кристалла, но этого хватило. Хватило для того, чтобы в концовке первой половины выйти вперед. Бывают такие ситуации, когда нелепые голы случаются, а, наверное, все-таки данное взятие ворот можно с некоторой оговорки именно к таковому причислить. Но опять-таки, даже несмотря на всю, скажем так, историю с этим голом, наверное, все-таки следует отметить, что данное взятие ворот вытекало из логики игры. Кристалл, если и был лучше в первой половине, то ровно как раз-таки на одно взятие ворот. Хотя, если бы первая половина завершилась со счетом 0-0, то, наверное, мы бы также констатировали тот факт, что счет отражает происходящее на поле. Жестко у нас единоборство на углу штрафной случилось, и рефери считает, что все было в рамках правила, достаточно жестко, но не жестоко, и показывает, что следует из-за боковой возобновить игру. Поляков несколько промедлил с принятием решения и в итоге досталось ему по ногам, но опять-таки все было в рамках правил. Лободин, еще один жесткий стык. Рефери разрешает продолжить выяснять отношения. Опельников отыгрался с Муравьем. Перевод на правую бровку, неплохо. Контролирует мяч Северный Альянс. Ну а Опельникову пришлось продемонстрировать неплохие скоростные качества. Ой, здесь Синица как ошибается, и мяч в перекладину попадает. Чуть было не наказал Северный Альянс за оплошность
своего соперника. Вот о чем я вам и говорил, что любые происходящие на самом-таки деле события на поле в той или иной степени всегда отражают все то, что там происходит. Еще один момент, но на этот раз Синица действует надежно. Лободин выносит мяч подальше от ворот. Да, действительно, несколько суматошными получаются последние мгновения первого тайма для Кристалла. Ну а Северному Альянсу, безусловно, сейчас нужно продолжать давить, нужно искать свое счастье, потому что именно сейчас, как мне лично кажется, Экслайнбер может свою удачу поймать. А вот если оставшуюся минуту Кристалл умело убьет, то уже в перерыве они, обсудив перипетии стартовых 30 минут, сумеют перестроиться и как минимум отдохнуть. Очередная атака Северного Альянса начинается. Возможно, последнее наступление в первой половине. Ну и отметим опять-таки тот факт, что Вапельников все-таки на позиции левого защитника в сегодняшнем матче выступает. Возвращается на поле Северного Альянса на заключительные 30 секунд Павел Халецкий. Ну и получается, что Северный Альянс сам у себя на самом деле время отнял. Хотя я думаю, что Александр Вдовин, наверное, позволят фиолетовым провести атаку, если она получится достаточно быстро. Неплохо разобрались в этой ситуации футболисты СА. Опрашивается уже перевод на противоположную бровку. Но здесь надежен у своей штрафной Александр Лободин. Разряжает он обстановку. И ровно в эту же секунду главный арбитр встречи Александр Вдовин дает свисток на перерыв. Что ж, отдохнем и мы буквально минутку-другую и вернемся на стадион на Флотской улице. Возвращаемся мы на поле стадиона на Флотской улице. Возвращаемся для того, чтобы продолжить наблюдать за поединком третьего тура в первом дивизионе. Северный Альянс «Кристалл» после стартовых 30 минут игры. Впереди подопечные Максима Горбачева 1-0 благодаря голу Ивана Чешева. Случилось это взятие ворот на 26-й минуте при достаточно курьезных обстоятельствах. Для тех, кто не смотрел первый тайм, разыграли футболисты «Кристалла» штрафной. Не самым сильным и даже не самым точным получился удар у Ивана. Но на беду Алексея Богачева прямо перед вратарем мяч попал в колено Виктору Вапельникову. Изменил траекторию полета, и это оказалось достаточно для того, чтобы Богачев был вынужден капитулировать. Что ж, впереди у нас второй тайм, впереди еще 30 минут увлекательного футбола. И на самом деле ничего еще в этом поединке, естественно, не ясно. Все-таки преимущество в один гол даже в большом футболе является достаточно скользким. Ну а в ЛФЛ, когда иной раз счета получаются в общем суммарном подсчете едва ли не двузначными, 1-0 вообще является, ну, не сказать, что огромной редкостью, но достаточно нечастым, назовем это так, событием. Орлов вводит мяч из-за боковой. Чешев играет направо. Перевод в направлении Орлова. Здорово все было сыграно, но в последний момент прием не удался 81-му номеру Кристалла. Но, тем не менее, вынудил он Павла Халецкого сыграть на отбой за пределы поля и будут разыгрывать угловой. Каграманян здорово приложился по мячу. Еще три сезона назад, когда «Кристалл» являлся коллективом также первого дивизиона, но до своего выхода в вышку, Каграманян очень часто забивал подобными выстрелами из-за пределов штрафной. Его удар был известен всем командам первого дивизиона, но вот в элите Северной лиги не так часто Каграманян своими дальними выстрелами нас с вами радовал. И вот, возможно, не только очищение «Кристалла» произойдет в первом дивизионе, но и некая реинкарнация голевых способностей Ашота Гаграманяна. Почему нет?
Орлов. Очередной заброс в штрафную, но здесь до партнера, до Чешева мяч не дойдет, потому что Алексей Богачев вовремя прочитал ситуацию и вышел. Халецкий играет просто вертикально. И также просто отбиваются и защитники Кристалла. По-прежнему с большим трудом Северный Альянс выбирается со своей половины поля. Сейчас из-под ноги у Артура Валиахметова мяч выбил Ашот Гараманян. Тем временем и Легион, и Динамо уже вовсю готовятся к предстоящему поединку. Этот матч мы также покажем в прямом эфире. Я вас и его также прокомментирую я. Но пока все внимание давайте этому матчу отрядим, потому что здесь на самом деле по-прежнему все очень интересно и ничего, абсолютно ничего не ясно. Комлев. Корякин. Вот когда разыгрывают треугольник на своей половине поля без продвижения вперед футболисты Северного Альянса, все получается просто замечательно. Как только требуется обострить, тут Кристалл вступает в отбор и достаточно часто мяч отбирает, но не всегда. Валиахметов. Неплохо сыграл в этой ситуации с точки зрения эстетики, но с точки зрения практичности получилось наоборот. Мяч подарил сопернику, и Орлов на ударной позиции оказался. Хорошо, что выстрел точно в Богачева пришелся. Корякин. И не видит продолжение атаки, и приходится через голкипера ее начинать. Комлев ошибся в этой ситуации, но здорово Валиахметов исправился, по крайней мере контратаку не допустил. С мячом по-прежнему футболист Кристалла Соколов. Гараманян обыгрывает Комлева, но достаточно далеко мяч отпустил, и здесь уже Халецкий оказался на подборе. Дорошенко. Не доходит его пас. Навесной пас. В штрафную, и снова Кристалл начинает свое наступление. Не сказать, чтобы темп игры невысок, но мы с вами прекрасно видим, что едва ли не в шахматы играют соперничающие стороны. Ну а здесь нарушение правил, и получилось оно не грубым, но срыв перспективной атаки, и Павел Халецкий свой горчичник получает на 36-й минуте. Но на самом деле, вот знаете, бывают ситуации, когда футболиста можно ругать за предупреждение, а в этом конкретном эпизоде, Халецкого наоборот нужно в какой-то степени похвалить. Проиграв мяч и проиграв позицию, Халецкий здорово сфалил и остановил выход 3-2. И понятное дело, что штрафной все равно отсюда достаточно опасен, но тем более вспоминая, как был забит единственный гол в этом поединке. Но, по крайней мере, это не стопроцентный момент. Вступает в игру Алексей Богачев после выстрела Алексея Шатнева. Еще один удар. На этот раз Леонида Соколова. Но приходится он в одного из защитников, по-моему, в Александра Комлева. Гараманян. Орлов. Еще один вертикальный пас. Чешев обыгрывает оппонента. Скидка. И мяч сваливается с ноги у Алексея Шатнева. Прекрасно знаем мы, что этот футболист намного лучше пробивает с правой ноги. И вот сейчас, словно тому подтверждение, мяч отправляется достаточно выше ворот. В руку. Попадает мяч
А что такое Громаняну? Возможно, и не хотел играть рукой в этой ситуации полузащитник Кристалла, но настолько акцентированно это попадание оказалось, что рефери не имел права внимания не обратить. И очередная атака Северного Альянса не приносит ничего интересного. Тем не менее, опять-таки, уже СА попытался высоким прессингом задавить соперника. В какой-то мере им это сделать удалось. Дорошенко. Валя Ахметов. Хорошая передача Соловьев, а вот скидка Александра получилась не к месту. Соколов не удается Леониду обыграть Корякина. Дважды вступает в борьбу в этой точке футболисты, и победителем выходит защитник Северного Альянса. Очередная пауза, очередные перестановки. Леонид Соколов отправляется на скамейку запасных. Иван Чешев теперь вместе со своим братом вновь на поле. Александр появился на газоне. И как тут не вспомнить, что ничем таким уж интересным пока Леонид Соколов, впрочем, как, наверное, и его партнер по нападению Александр Чешев, он не запомнился. А единственный гол на счету защитника. Поляков вводит за боковой. Здесь, по-моему, накладочка была, но у рефери иное видение ситуации. Кристалл все равно продолжает свое наступление. Заблокирован выстрел Алексея Шатнева. Однако отметим, что мяч вновь остается у Кристалла. Достаточно цельное впечатление демонстрируют подопечные Максима Горбачева по ходу старта сезона. Фол досталось по ногам Денису Теренину. И просит у партнеров пробить Ашотка Громанян. Но со скамейки запасных следует другая инструкция. Посмотрим, кто же в итоге все-таки пробьет по статичному мячу. Вариантов тут два. Громанян или Шатнев. Бивает Шатнев с левой ноги, и, знаете, тут я уже хочу, наверное, все-таки извиниться. Скорее всего, перепутал я Шатнева с другим футболистом Кристалла, с Лободиным, по поводу правоногости и левоногости футболиста. Несколько минут уже наблюдаю я за действиями крайнего хавбека и наблюдаю, что все чаще и чаще именно левой ногой он старается какие-то действия выполнять. Но, с другой стороны, какая разница, с какой ноги забивать? Главное, чтобы мяч затрепыхался в сетке. Таненков без сопротивления мяч на своей половине поля получает. Но точную передачу, прошу прощения, выполнить не удалось. И был вынужден Александр Чешев фалить, подталкивать спину Павла Халецкого, потому как в рамках правил выиграть борьбу в этом эпизоде было невозможно. И здесь не было фола. Считает арбитр, хотя Ашотка Громанян ярко выражал свое несогласие
по данному решению. Да, обыграл он своего оппонента здорово, но вот позиционная борьба осталась за защитником. И мне тоже показалось, что все-таки за такое назначать пенальти, наверное, все-таки не стоит. А вот и ответ Северного Альянса. Буквально в следующей же атаке после неназначения пенальти. И счет становится у нас 1-1 на 43-й минуте. Не слишком нас баловало Северный Альянс интересными атаками и действительно стоящими моментами. Но вот свой шанс футболисты Северного Альянса дождались. И Максим Нестеров буквально в середине второго тайма, если быть точнее, на 44-й минуте делает счет равным 1-1. Что ж, тем интереснее будет наблюдать за заключительной четвертью противостояния. Интереснее наблюдать, знаете, еще с той точки зрения, какую именно тактику выберут соперничающие стороны. Понятное дело, что Кристалл ничьей, наверное, вряд ли будет доволен в сложившейся ситуации. А вот что будет делать Северный Альянс? Пойдет ли он за победой или все-таки будет играть на удержание ничьи? Тут, честно признаюсь, я предсказать не смогу. Завозился с мячом Александр Чешев и мяч потерял Халецкий. Внимательно следил за его партнером, за Громаняном, к слову, и поэтому передача налево не проходила. Ну а теперь уже Северный Альянс, поверив в собственные силы, начинает все больше напрягать соперника на его половине. Антоненков. Не удалось прокинуть мяч мимо Александра Комлева, который неожиданно на просто диаметрально противоположной половине поля оказался. Комлев является левым защитником по сегодняшнему поединку, а мяч отобрал скорее на позиции правого хавбека. Серия единоборств у нас на ближней к нам бровке. И с мячом снова игроки в фиолетовой форме. Попельников играет на Комлева. Заброс в штрафную. И здесь Иван Чешев действует надежно, но мяч уходит за пределы поля и уходит от футболиста Кристалла. Много борьбы сегодня. От этого, правда, матч все равно менее интересным не становится. Если бы сейчас эта передача прошла от Артура Валиахметова, все было бы сделано просто здорово. Стянул на себя, ну, едва ли не всю оборону, 15-й номер, а затем выдал тонкую передачу. Вот только сам его партнер в этот пас, откровенно говоря, не поверил. А это ответ уже Кристалла. И Владислав Поляков в этой ситуации откровенно пожадничал. 4 в 2 выходили футболисты номинальных гостей. Но девяточка пробил. И пробил, откровенно говоря, плохо. Потому что мало того, что никакой угрозы воротам Алексея Богачева не было, так еще и шанса для контратаки возник у Северного Альянса. Знаете, если в первой половине, да и, наверное, в начале второго тайма я был склонен считать, что преимуществом и инициативой владеет Кристалл, то вот после ответного гола у меня складывается стойкое впечатление, что Северный Альянс выглядит лучше. Команда поверила в возможный успех. А вот Кристалл, напротив, несколько занервничал. И вот уже несколько раз подряд мяч в достаточно простых ситуациях, например, отправляется на угловой. Подача. Синица на выходе продлевает полет мяча. И теперь от правой бровки попробуют свою атаку начать. Вот никто такую прострельную передачу не откликнулся. Каюмов обыграл Халецкого. Халецкому надо быть поосторожнее
Желтая карточка в его пассиве уже имеется. И вот так вот рьяно идти в отбор. Пару раз рефери может и простить. А затем во второй раз желтый прямоугольничек из своего кармана достать. А уж последнее, что сейчас Северному альянсу, перехватившему инициативу, нужно, так это остаться в меньшинстве. Каюмов. На этот раз все в рамках правил было сыграно. Похвалим Халецкого. Громанян. Очередная вертикальная передача. И вновь она до своей цели доходит. До Александра Чешева. Ну и опять-таки, по сути, никаких таких вот стопроцентных моментов у ворот Алексея Богачева мы с вами вспомнить не можем. Да, Кристалл владеет мячом, да, Кристалл здорово позиционно атакует, но каких-то реальных угроз дело доходит едва ли. Хорошо, что гол удалось забить. Здорово сыграл на перехвате. Иван Чешев. Хороший перевод на правую бровку. Все-таки вот чувствуется, что команда достаточно долгое время, несколько сезонов, выступала в высшем дивизионе. И хорошо видят футболисты поле. Но вот опять-таки, этого всего оказывается мало для создания моментов. Опереди Ашот Громанян сейчас на полшажка Алексея Богачева, и, возможно, момент бы появился. Но мы прекрасно знаем, что ни в каком сослагательном наклонении говорить о чем бы то ни было в футболе нельзя. Халецкий бросает мяч в штрафную. Совершенно неудачно это делает. Каюмов. Очередной заброс в направлении Чешева. И Каюмов сейчас ошибается в передаче. И очередной потенциально опасный момент оказывается вообще не создан. Вот таких вот шансов у Кристалла сегодня было достаточно много. Но раз за разом чего-то мимолетного не хватает гостям, чтобы этот самый шанс создать. Что помешало сейчас Каюмову отдать точную передачу, я, если честно, не знаю. Громанян вновь в численном большинстве атакует Кристалла. И вновь, смотрите, вновь нерасчетливая передача, которая приводит к тому, что попросту снаряд переходит Северному альянсу. В атаке Северный альянс бьет Нестеров из-за пределов штрафной. Синица оказался к этому удару готов. Мяч через перекладину перевел на угловой. Посмотрим, что с помощью этого стандарта сумеет хозяева поля придумать. Прострел. И на этот раз от ноги футболиста в фиолетовой форме мяч пределы поля покидает. Очередные замены. На самом деле я уже перестал даже обращать внимание на все перестановки в матче, потому как всех футболистов уже раз по 200 наставники
перетасовали. И чего-то нового рассказать я вам, наверное, не смогу. Мапельников. Здесь без нарушения правил было сыграно. Мне тоже с моей комментаторской позиции это показалось. Орлов. Принимает мяч, но уже накрывает его со спины. Артур Валиахметов. И после двух стыков рефери дает свисток, извещающий о штрафном ударе. Ну и по сигналу просит Орлов разыгрывать этот стандарт. Отодвигает Авдовин стеночку на положенное расстояние. Всего два футболиста в этой самой стенке располагаются. Ну а Орлов, скорее всего, бить будет. Удар, и попадает мяч Момо в Игоря Муравьева. Есть отличная возможность для контр-атаки. Дорошенко, удар! Точно в руки вновь Ивану Синице. У Дорошенко сегодня выстрелы по воротам не идут. Дважды он оказывался на супер позиции, либо в супер ситуации. Оба раза выстрелы его пришлись по центру. И очередная невынужденная потеря, знаете, вот как в теннисе. Вынужденные ошибки бывают. Вот ровно так же сейчас Иван Чешев и Даниил Каюмов мяч потеряли. Тем временем всего 5 минут у нас до конца сегодняшнего поединка остается. И обе команды по-прежнему лелеют мысли о победе, не забывая о Синице в виде ничьи, а не о том, кто сейчас защищает ворот Кристалла, конечно же. Очередной дальний удар. Совершенно не точно. Но, тем не менее, Ильнура Кагарманова за эту попытку мы также похвалим. Чешев. Вот, опять-таки, после пропущенного мяча у меня складывается такое впечатление, что футболисты Кристалла несколько передерживают мяч. Хотя, возможно, я сам себе несколько придумываю, притягиваю решение за уши. Так это, наверное, будет правильно назвать. Но, тем не менее, вот такое впечатление у меня по вторым 30 минутам сложилось. Юмов. На быстром шаге обходит оппонента. Добро штрафную. Соколов. Нет, не позволяет ему защитники соперника пробить по воротам. И вновь приходится позиционно Кристаллу свое наступление разворачивать. Громанян. Нет, пробить сразу ему было неудобно. Орлов бьет с дальней дистанции. Выстрел также заблокировали. Чеш. Ошибается в передаче. Вапельников. Убирает мяч под себя. Муравьев. Отличная передача в зону. Дорошенко ждет подключения партнера. И за счет него как раз-таки играет Муравьев. Он штрафной, но бить ему совершенно неудобно. Ну, а выстрел Дорошенко, так же, как и многие удары сегодня, оказался заблокирован. 2,5 минуты остается до конца. И по-прежнему неясно, кто
кто же сегодня добьется победы и вообще будет ли победитель в этом противостоять. Разыгрывает угловой. Финальные хозяева. Опельников. Здорово разворачивается и бьет с дальней дистанции. Очередной блок. Сколько таких блоков мы уже сегодня с вами увидели? Наверное, не сосчитать. Ну и еще раз напоминаю, что сразу после окончания этой трансляции переключайтесь на другой эфир. Матч высшего дивизиона. Легион Динамо в прямом эфире. Динамо СФ впервые в нынешнем сезоне выйдут на поле. Легион уже два матча провел. И действительно интереснейший поединок может получиться. А здесь желтая карточка Григорию Корякину. Насколько я понял. А нет, прошу прощения, не Григорию Корякину, а предупреждение получил Ильнур Гарманов как раз-таки за фол. Именно с этим связана просьба заново разыграть стандарт. Нет, здесь пенальти, конечно, выпрашивать не стоит. Соколов максимально возможным способом сейчас затруднил Богачева мяча в игру и правильно сделал, потому как Алексей Антоненков лежал еще в штрафной площади соперника и не успел вернуться в собственную штрафную на свою половину поля. Ну а последнюю, возможно, одну из последних атак в матче вновь начинает Кристалл. Но если вот такие потери совершать на последней минуте игры, невольно можно доиграться. Северный Альянс, безусловно, именно этого развития событий и хочет. Отворот. 10 секунд у нас до конца основного времени матча. Удастся ли еще хотя бы одну атаку провести? Заброс вперед, Соколов. Выигрывает верховое единоборство у Корякина, но выигрывает относительно. Мяч-то скинул именно футболист Кристалла. А достался он голкиперу Альянса. Попельников играет налево. Измайлов обыгрывает оппонента, но тот снова прямо перед ним вырисовывается. И мяч в итоге был потерян. Да, действительно равную игру мы с вами увидели. И опять-таки какие-то выводы из этого матча можно делать, но нельзя говорить о том, что, вот, например, Северный Альянс по-прежнему в чемпионате не выигрывает. Да, это так, но сегодня подопечные Александра Соловьева продемонстрировали наглядно, что их со счетов все-таки списывать рано. Так же, как и рано Кристаллу преждевременно вручать путевку обратно в высший дивизион. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Для вас эту встречу прокомментировал Никита Лаврентьев. И встретимся вновь в эфире буквально через пару минут.